пьяный дартс. Как вы уже поняли, это не простой дартс. Он создан специально для веселого застолья в кругу друзей. А соревноваться здесь придется не только в меткости, а и стойкости к крепким напиткам. И с каждой последующей партией попасть в цель будет все сложнее. В общем, игра состоит из 4 стопок разного цвета, которые распределяются между участниками. Также в комплект входит мишень с 3 магнитными дротиками. На мишени есть надписи. Игрок выполняет то задание, в которое он попал. Побеждает, естественно, самый стойкий. А для разнообразия можно заменить надписи на мишени. Придумайте свои оригинальные задания, и игра станет еще интереснее. Эта игра для нетрезвой компании сможет превратить ваш праздник в веселое и запоминающееся событие.